придем домой с тренировки, отвели детей в опь. То есть мы каждый день, утром и вечером стабильно проходили мимо этого помещения, которое пустовало, и не обращали на него вообще никакого внимания. Мы очень-очень много сил и энергии вложили, и ресурсов, соответственно, вложили в ремонт этого помещения. Всеобщими трудами, скажем так, появилось то, что есть сейчас. Мне всегда хотелось чего-то красивого. Тема искусства, она никогда не отпускала. Хотелось красоты. Знаете, цветы дарят счастье. Вот хотелось постоянного, ежедневного счастья. И хотелось это счастье, наверное, дарить окружающим. Цветы здесь самые красивые на свете, и я не устану это повторять. У нас более 50 видов различных цветов. Мы работали с Москвой, это с оптовыми базами. Основные поставщики, да, это Эквадор, Кения, Голландия. Мы привозим необычные розы кустовые, наши клиенты, мы их очень любим. Чего стоит, да, там, Софи. Их упаковывают и на самолете привозят тебе. Тоже нашли самолет, который летал. Это был самолет Голландия-Новосибирск. И все хорошо, но как бы жизнь она такая прикольная, наверное. И нам пришлось снова перестраивать всю логистическую цепочку, потому что небо закрыто, самолеты не летают. Теперь цветок едет через границу на фуре, а потом уже летит на самолете. Ну, то есть немножечко сложнее, финансово немножечко затратнее получается, но других вариантов нет. Мы сохранили качество цветка, мы сохранили ассортимент, что немаловажно, потому что наши клиенты уже привыкли к тому, что у нас есть те цветы, которых как бы вообще нигде в городе нет. У нас качественный цветок, у нас люди довольны, у нас есть контракт с Випрозес, это поставщики дома королевы Великобритании. Вы знаете, Зелинский и Розен – это Израиль, это косметика на основе Мертвого моря. Очень качественная, очень крутая, и тоже как бы наши клиенты ее очень-очень любят. Также у нас есть свечи ручной работы, это Дания, Эстер энд Эрик, это тоже нечто завораживающее. Все новогодние композиции, которые мы делали, они были с этими свечами. Они не текут, не плачут, по ним нет потеков, потому что они делаются из 100% парафина. У нас проходят мастер-классы. Можно проводить дни рождения. У нас тут даже девушки играли на скрипках и танцевали ламбаду. То есть такое тоже, да, имело место быть. У нас здесь проходят фотопроекты. Фотографы очень активно используют для каких-то своих продуктов. То есть мы сотрудничаем с магазинами одежды, с салонами одежды. Это как источник дополнительного питания, как батарейка, которую ты, приходя каждое утро на работу, просто она автоматически подключается, и ты чувствуешь вот это вот прилив энергии. Даже трудности, которые у тебя бывают, они вообще ничто по сравнению с теми улыбками, повторюсь еще раз, да, с теми улыбками, которые мы видим наших клиентов, которые вот получают цветы, там пищат, кричат от восторга.